Ну что, вот и настал наш момент истины. Позвонил адвокат, сказал, что сделка завершена, мы можем смело выезжать. Я снимаю еще раз на память наш любимый светлый домик. Мы будем всегда тебя помнить. Спасибо за такую прекрасную крышу над головой. Все у нас было замечательно в этом доме. Мы его очень сильно любим. Вложили очень много сил, энергии в ремонты, в апгрейды, во все вещи, которые мы делали. Аплайансы новые покупали, все ставили, устанавливали, подключали. Я быстренько спущусь в бейсмент, чтобы просто показать людям, которые не знают, что в Канаде существуют такие подвальные помещения. Вот здесь бывает вход сбоку, это сторона дома. Вот, и можно спуститься в подвальное помещение. В Америке это строилось как бомбоубежище изначально, потом это пришло все в такой стиль, когда люди заезжают, живут в бейсментах летом, когда очень жарко, чтобы охладиться. А потом это все вошло в такую привычку, как сдавать людям в аренду такое помещение. Начали обустраивать эти бейсменты, делать из них, так сказать, жилые помещения, комнаты, квартиры прям целые. То есть тут уже полноценная кухня, стиралка, сушилка, холодильник, ванная комната с туалетом. То есть полноценная, можно сказать, квартира. Вот. Я все выключу. Все выключим. Пойдем наверх. Пойдем наверх. Мы здесь все выключаем и уходим. Оставить? Давай оставим, свет пусть он будет. Приятно. Да, снимаю. Вот люди стоят, наши новые покупатели, вон они стоят. Вон их машина приехала, будет разгружаться. Да, я тоже хожу, снимаю, благодарю этот дом. Благодарю этот дом за все, что у нас было. Все память какая-то в этом доме, все наши ремонты трудоемкие. Это само собой. Зайка, помахай ручки, скажи пока домику, скажи пока-пока домик, мой любимый. Мой любимый домик. Бусечку дашь? Пойдем еще на улице покажу, что тут у нас. Это наш backyard. Да, закрывай. Вот, это. Снимаем, мне тут кто-то упал на руку. Наш backyard, наши ворота. Ну ладно, короче, вы садитесь. Я сейчас так сниму чуть-чуть. Это fireplace. Камин электрический. Даже у нас есть огнетушитель. Это было мое место, где я держал свое оборудование. Ну, тут чуть не дошил. Палец спилил на этом месте. И так и осталось. Так 3 года простояло. Тут у нас все подключения были с интернетом. Вот, в общем, говорим спасибо. Солнышко, нажмешь на remote control? Конечно. Thank you.